Коляныч, как вообще на Аристе ездить? Охуительно. 147 кузов. Вообще шикарно. Корабль. Что вообще планируешь сделать с ней? Полный покрас машины. Пойдем покажешь свою Аристу. Вот давай, она. В чем вообще философия Аристы, Колян? А? Просто машина нравится. Удобно, комфортно и по трассе хорошо идет. На что бы поменял Аристу? Если честно, бы на 160 кузов. Так 160? Да. 147 уже не устраивает? Устраивает? Второй бы 160 взял, а эту бы оставил. У тебя же она Атма, да? Нет, турбо. Турбовая? Только на стоке. Короче, сейчас какие планы? Заварить? Редуктор заварку сделать, коробку настроить, мотор подшаманить, там по электрике чуть-чуть порядок привести. Крышечки, мрышечки. Она у тебя сколько покрасить. Стояла? Ой, я эту машину с Талгара забрал. Она года 3 точно вкопанная в землю прям была. Дали, так сказать, ей вторую жизнь. Диски надо поменять. Кстати. Ты что, снимаешь? Снимай. Давай салон посмотрим, что там. Салон целый? О, нифига, руль. Нормуль так. Чикарно, чикарно. Датчик буста, Грейди. Вот диски надо бы поменять. Она в наклейках, да, уже была? Нет, это я уже доделал. А ты наклейки клеил? Это краска. Вот эти вот три детали. Здесь две наклейки, и с той стороны тоже наклейки. Пойдем еще одну черную Аристу покажем. 160-й кузов. Кардинально отличаются кузова, да? Да. 147-й, 160-й. Ну и чуть-чуть ходовочка, только совсем ходовка. Чуть-чуть. Один фиг, все маркообразное. Но. Михаил. Ну, привет. Как дела? Как вообще на 160-м кузове ездить? Офигенно. Мы тут сегодня, короче, выпуск про Аристы. Тут диски, конечно, вообще огонь. Working Motion XC8. Диски бомбические. Фендера, правда, чуть-чуть это, ну, следствие того, что колеса бомбические, здоровые, отрывает куски кузова. Чуть-чуть подкрасить, подлатать. Сзади полка стояла, сейчас нету. Lexus GS или Arista в 160-м кузове. Ну, здесь она чуть доработана. Там, по-моему, с движком, да, что-то делала? Да. Она, короче... Ну, монотурбо стоит. А, да, мозги уже другие. Переделана на монотурбо, мозги другие стоят. У тебя, получается, сток полный, да? Да. GZ. Открыто? Ну, тут дырка в капоте даже есть. Хорошо выглядит машина. Коляныч, почем можно Аристу купить такую? Ну, я ее забрал за... 850 тысяч. 850 тысяч тенге? Да. А вложил уже сколько? Сидит она уже мне полмиллиона. Еще 500 штук, короче, туда. Да. Всадил, и да? Еще больше буду всаживать, потому что я хочу покрасить кузов, вывести ее в идеал, чтобы она была одна такая в Алмате. Ну ты, короче, заболел, да? Да. Марк был, BMW была, BMW вообще ни о чем. Мне понравилось. Сейчас тебя только что возненавидели
в Алмате все BMW-сты. Запомните это лицо, я знаю, где он живет. Ты не знаешь, где я живу? Марк 90 был турбо на механике. Тоже хорошо, но Ариста все равно по баще едет. Ну да, JZ есть JZ, да? Да, JZ, он в Африке JZ. Дергай капот. Посмотрим, что там у тебя. Скажем так, состояние до, да? До того, как Колян туда залез. Ну, распорочка стоит. Да. Ну, в принципе, если помыть движок, он будет лучше выглядеть. Вот это что за ржавое металлическое? Это старые хозяева такой фильтр пытались сделать. Его я завтра, послезавтра буду убирать. Фильтр для JZ-а вообще топчик. Кастом вообще. Да, мода, блядь. Нет, это безобразие будем убирать. И радиатор уже такой стоял здесь. Это просто плачевно. Радиатор вообще ни о чем, да? Радиатор, кстати, от Mark II атмосферного. Она у тебя не греется с таким радиатором? Хватает его? Вот, причем, к удивлению, не греется, но я хочу сюда широкий алюминиевый ставить. Ну ты будешь это, на монотурбу по-любому, да, переделал? По-любому. Монка побаще будет. На эсе прокатился, все, короче. Да. Где моя монотурба? Да, да, да. Так здесь приводил. Вообще, порядок. Короче, здесь тачка офигенская, да? Да, я дроссель здесь менял, старый барахлил. Дроссель поменял, потом я масло двигателя менял, потом прокладочки, сальнички так менял. Ну ты представляешь себе, сколько бабла ты сюда еще просто насоришь в этот двигатель? Да. Ты готов к этому морально вообще? Конечно, готов. Что ты сюда кучу бабла еще выкинешь? Я к этому всегда готов. Чтобы машина ехала. Она и так едет, но хочу, чтобы лучше ехала. И этому просто предела не будет, сколько туда бабла можно вкинуть. Вообще. Вот такие вот дела. Сейчас посмотрим движку на 160-й Аристе. Тут, конечно, уже другая немножко философия. Тут доработанная машина. Сейчас позырим. Колян, взрывай капот. Бздынг, монотурбо. Гаррет. Это какой Гаррет? Непонятно. 30-й, наверное. 32-й, наверное, да? Скорее всего, да. Гаррет 32. Катушки стоят от BMW уже здесь, по-моему. Бэховские, да, катушки вот это? Да, по-моему, это BMW катушки. Мне нравится то, что они пластину сделали сверху. Да. Закрыли. У меня нету пластины, получается, катушки на этих, на шпильках торчат. Да. Немножко как-то покорявым, вот а здесь прям пластинка такая, грамотно себе сделана. Да, я себе тоже хочу от BMW катушки поставить. Вот такую вот турбину уже тоже хочу себе поставить. Равнодлинник, да, стоит уже? Да. Причем медь? Нет, не медь, он просто нагретый такой. Ему бы этот дроссель поменять, да, полностью впуск. Впускной коллектор такой нормальный, да, поставить. Как на одной машине, которую мы сейчас покажем. Ту машину-то это. Ну, можно, кстати, сходить, посмотреть. Хотя ее уже все видели. Кстати, видели? Ну, да. Пойдем посмотрим. Кстати, нашли Race Logic. Скоро будем замерять все машины практически. Сейчас, буквально завтра, наверное, замер сделаю. На S замер сделаю, сколько он едет и так далее. Будет интересно.